чего начать, даже и не знаю. Вроде как я взял здесь направление на собирательство ягод и грибов, где мне улыбнулась удача, и это здорово. Но надо как-то разнообразить свои будни. Вот. Думал поехать за раками или на охоту, но за раками, наверное, я уже булки промял, и там понтов не будет. Но вообще надо, конечно, ездить непосредственно на место и узнавать там обстановку. Но все равно вот, чуйка какая-то внутренняя говорит, что будет бестолку. Надо было раньше заниматься этим. С охотой тоже что-то какая-то непонятная ерунда у нас происходит. Грубо говоря, уже месяц у нас открытие как идет. А я выстрелил буквально пару раз и в молоко. Вот это прикольно. Собака тоже как-то без дела лежит, диван душит. Ружье ржавеет. Вообще не знаю, что происходит. Так, а происходит у нас следующее. Позвонили добрые люди. Говорят, хватит сухариться, поехали на рыбалку. А именно на Дон. Да. Сейчас я территориально нахожусь в Калаче-на-Дону. Мост, все дела, мы здесь уже были в том году. Вроде как уже у меня какая-то традиция вроде нарисовывается за судаком на Дон. И опять, кстати, туман плотный. Я буквально сюда ехал, ну не знаю сколько, километров, даже до 30 моя скорость падала. Ну просто вообще вот все пелена, ну нереально ехать. Честно сказать, думал уже буду ворачивать назад домой. Ну потому что страшно по такой погоде ехать, ну ее, эту рыбалку, эту рыбу. Хотя голод дело такое. Так, люди подъезжают, слепуются, поэтому рыба есть. Как, впрочем, и у нас на Волге. Вот погода хорошая стоит уже, наверное, неделю. Дня 4 так вообще штиль. Лещатников, ну просто видимо-невидимо у меня там. Надо бы и там, конечно, свои снасти смочить, но давайте будем, не будем загадывать. Может, я сейчас сегодня судака наловлю много-много, и мне его хватит. Так, наверное, надо подъехать к урезу воды и начать вот эту вот весь свой багажник вытряхивать. Потому что парни-то, они лодку сбросят, она у них уже все накачана, а я буду тут этот тыкаться. Поэтому, наверное, надо будет сейчас подъехать все-таки к воде и начать заниматься. Потому что дело это не быстрое. Я на воде, парни сбрасывают, людей навалом, причем вот в районе где-то, наверное, без 26, прям массово люди поперли, и все, и вся площадка эта занята теперь. Такая нервозная суета у рыбаков. Все спешат на свои клевые точки. У меня, к сожалению, таких на этом водоеме нет. Хотя нет, вру, есть одна или две. Но это не в этой местности. Да, я здесь. Да. Из прицепа слезь, или тут прицеп поедешь? Ну пока поеду. Так, ладно, я сейчас эхолот подключу. Давай, надеюсь, все будет работать. И немного проедем туда вперед. А вот, кстати, и Калачевский мост в тумане. Освещение есть. Так, а мы практически уже на открытой воде. Это хорошо. Наши что-то меня не догоняют. А уже пора бы им меня настичь. Да, куда здесь двигаться в тумане? Это очень опасно, очень страшно.
Ну, я люблю такие рыбалки, чтобы было не все просто так. Так, эхолотик попробовать включить. Ага. Так вот, я буквально отвлекся, и все, и меня начало тут кружить уже. Куда, где, что, почем. Так, левый, правый. Давай, 3 метра. Не, за холодом мне одному, все будет повеселее. Не, ну, я всегда с собой еще беру Сири, она тоже не дает мне скучать. Так, где вот пацаны наши, я не пойму. Потому что вот если я сейчас отъеду сюда, чутка подальше туда, все, мы не найдемся. Хотя я, ну, Слава взял рации, по рации, ну как тут по рации в тумане, я вообще понятия не имею. Так, ладно, наверное, остановимся чутка, притормозим. Я машу им, что это я. Это я. Я рад вас видеть. На тот берег, да? Да. Вдоль того берега, двигайся, пока нас не убьет. Мы где-то будем стоять 70 метров от берега. А как же я вас там найду? Сначала высоководку пройдет. Я не доеду. Да ну, батюшка, не доедет. Это недалеко теряется. Значит, вот я упираюсь в берег, да, и налево пошел, да? Налево. Берег пошел. Ну сколько приблизительно? Я 3. 3, да? Ну, 40 минут я буду ехать, наверное. Да, я включил, я вас вызываю, потерял, думаю, где вы? Я еду. Первый голосовой тест. Ты включи ее. Первый голосовой тест. Раз. Есть? Да, я думал, ты не ее включил. Ну, я на канал настроил и дал. Правильно. Блин, хоть бы туман рассеялся, а то вообще, ну, очень страшно. Так, все, погнали, да? Да. Давайте, ребятушки, стартуйте. Красная лодка, красная красная. Да тут все, видишь, сливается, Слав. Нет, тут все равно так или иначе. Немного ускоримся. Очень много, очень. Доехал я до наших. Ой, красота, конечно, вообще, блин, обалденная. Нет, это не наши, вон они дальше наши. Нет, вон, да. Так, мне по рации вызывают. Слав, повтори, что говоришь? Между нами и лодкой остановились. По левому борту, правильно, вот здесь? Слышал.
Ромашка. А можешь он туда встать? Нет, пойдем, я остановись. Я понял. Да, настроение у меня не то, что 3,5 часа назад. Как-то я уже этот... И сил выбился, и... И все, и запал у меня пропал. Вроде как-то с утра у меня прям бодрячки были, сейчас нет. То ли, может быть, на нервах, то, что я уже 2 раза покушал, то ли меня подрасслабило, то ли фиг ее знает, не знаю, что. Ну, в основном все сидят, да, сосут. Вот банда вот эта стоит, и то сейчас вот они подрассосались туда, кто налево, кто направо ушел. Вот за этих 3,5 часа, сколько? 1, 2... По-моему, 3 или 4 рыбы поймали вот люди. И все, а остальное так вот. Просто вот это вот кручение катушек. И холод вот он. Он все время показывает наличие рыбы. Стаи рыб. Одиночные, но понтов нету. Сейчас позвоним ребятам. Узнаем, как у них обстановка. Потому что у меня здесь вообще тухляк какой-то. Мне это совсем не нравится. Да и вот, что значит давно не сидел в лодке. Подзатек, да. Так, ладно, сейчас позвоним, узнаем информацию какую-нибудь. Ну как у вас там? Да-да-да, как? Вообще никак. Даже поклевочки не было? Угу. Блин, ну вообще. У меня такая же история. Вот, ну, там вот, я не знаю, может быть... Минут 40 назад кто-то вот рыбку опять одну какую-то с ладошку вытащил и отпустил ее. Не, у нас тут рядом это, человек достал рыбу. Я смотрю, вы этот, завтракаете или обедаете? Ну да, такой вот. Тоже, короче, на нервы зашли все, да? Поздний, да, прием пищи. Понятно. Ну, я думаю, Слав, я не знаю, тут я вот, наверное, еще покручу жернова и все, я не знаю, надо домой ехать, потому что смысла нет. Ну, вы это далеко сейчас от меня стоите? Мы от Высоковольтки еще километров. Ну, это я не доеду. А? Это я так далеко не поеду, не рискну. Я понял. Ну, я еще здесь этот буду пробовать, пытаться. Ну, давайте, если будешь отваливать, то не бери, скажи. Ага, хорошо, Слав. Да, давай. Ага, все. Так вот, все тоже у них грустно очень. Ой, ладно, наверное, надо еще чайку хряпнуть, чтобы согреться. Зябко. Да, ну вот, вот рыбку показывают. Ну, да хорошую, крупную рыбу показывает. Но понтов с этого пока нет у меня никаких. Ладно. Чаи погоняем, еще покидаем, посмотрим обстановку. Хотя, наверное, надо поменять дислокацию. Куда-нибудь или выше, или ниже все-таки немного спуститься. Что я здесь на одном месте-то ставлю, правильно? Она, эта ловля, подразумевает, что много перемещаешься по водоему. А я что-то тут прям заякорился надолго, больно уж. Ладно. Все, приехал на берег. Блин, вот эта рыбалочка, конечно, да. Замороченная, скажем так. Без улова. Все-таки я добился того, что увидеть одну поклевку. Ну, вроде как две было, но одна точно была поклевка. Потому что зубы остались на этом, на грузе. Пацанам не звонил, сейчас позвоню. Все, уже упаковался, собрался. Ну, так вот. Пообедал, позавтракал на природе. Вот такая рыбалка получилась. Люди тоже начинают там вот немного подтягиваться. Тоже уловы, ну,
ноль, одна, где-то так. Не, ну я думал, хотя бы я размочусь, рыбку по этот подержу, может быть, даже полакам. Не, вообще голяк. Что такое, а? Жалко. Причем, допустим, даже я не сачковал, я перепробовал весь свой арсенал, который у меня был по приманкам. Абсолютно ноль. Ну, там розовенько вот это сработало и все. Ладно, будем думать. Что происходит, непонятно. На рыбалке не клюет. Охота тоже что-то как-то не ладится. Блин, надо что-то как-то, чтобы сдвинуть это с мертвой точки. А что сделать? Ну, какой-то обряд. Ну, или бить в бубен, я не знаю. Что-то надо как-то